28 октября в свой день рождения легендарная Роза Рымбаева провела грандиозный концерт. Поздравить Розу Куанышевну пришли сотни почитателей и десятки коллег по сцене. Последние дарили Рымбаевой подарки прямо на сцене. Как, например, Мадина Садвакасова. Роза Куанышқызы, біз әйелі кеуіміз арнайы сіздің сымбатыңызға лайықталып тігілген осы концерттік көйлек, осы салтанатты кештен естелік боп қалсын деп сыйға тартқымыз келеді. Қабылаңыз, Роза Куанышқызы. Өнердің шыңын бастамай беріз. Имениннице подарок пришелся по вкусу. Примадонна тут же отправилась за кулисы, оставив сцену своему сыну Али. Тот к такому повороту подготовился основательно. Неожиданных дуэтов на этом вечере было немало, но один из них в концертной программе был особенным. Сцену с Розой Куанышевной разделил Алибек Гнишев. Золотой голос Казахстана впервые в своей практике пел дуэтом специально для своей давней подруги. Мы с ним параллельно по жизни идем. Об этом он даже говорил, что у нас и квартира была рядом, мы с семьями дружили. И, конечно, у меня глубокое уважение к нему, и он тоже меня очень уважает, поэтому говорит: «Давай, Роза, спою с удовольствием, потому что у тебя день рождения. Я поддержу обязательно, я просто ему очень благодарна». Конечно, не обошлось без праздничного торта и песни, которую можно назвать визитной карточкой Рымбаевой. И несмотря на ноты грусти, праздника знаменитая Алия не испортила. В завершении вечера Роза Куанышевна обмолвилась, что хотела бы проводить такие концерты ежегодно. Праздновать день рождения с любимыми зрителями ей нравится больше, чем в узком кругу близких. Главное, что зрители разных поколений отвечают ей взаимностью.